Satnam and many blessings to all of you. И всем Сатнам, много благословений. Мои друзья, добро пожаловать на эту прекрасную сессию. Вселенная и Гуру собрали нас вместе, и для меня это честь быть сегодня в сакральной земле, активированной Ваджраяна мастером Хукамом. Эта земля здесь, в Японии, у нас тут свои ретриты. И вот этот мастер, который активировал эту землю, тоже принес сюда с Гималаев много учений. Этот мастер активировал 88 сакральных мест по разных точках земли. Друзья, в этой садхане мы будем практиковать очень сильную технику. Технику использовали гималайские йоги. Ее первую применил один из величайших йогов. Его зовут Риши Душт-Дама. Риши означает духовный наук. Дхамман означает тот, кто рассеивает негативность. Все время есть негативность внутри, негативность снаружи. Тот, кто разрушает негативность, его зовут Риши Душт-Дама. Есть очень много разных форм йоги, известных, неизвестных. И в истории записано, что когда этот великий мудрец родил эту технику, родил эту мантру, которую мы будем использовать, он стоял в позе дерева, принимал позу дерева, и рядом реальные деревья казались, по сравнению с ним, муляжом. Когда этот йоги принимал позу горы, скалы, горы рядом с ним казались подделкой. Эта медитация, эта крия будет инструментом, чтобы выстроить вас целиком. Могут приходить разные испытания. К вам могут приходить благословения и подарки. А вот эта мантра и крия будет держать вас неподвижно посреди всего, как держать вас за руку. Махакал, садхана, крия. Эта крия использует очень сакральную, мощную древнюю мантру. Акал, Махакал. Повторю. Акал. Маха Акал. Два мощных звука. На пути самореализации есть два пути. Есть путь прогрессивный и есть путь прямой. На оригинальном языке эти пути звались так – сутра и тантра. Сутра происходит от слова «су» и «тра». «Су» – реальность. «Тра» – движение. Реальность всегда движется. И вам не надо вовлекаться в движение. И когда вы просто присутствуете посреди движения жизни, это называется сутра. И чтобы реализовать себя, осознать себя, вам не надо ничего делать. Вы уже и есть вы, реализованный. Чтобы стать Буддой, Буддой, который вышел за пределы времени и пространства, вам не надо что-то нового. Вы всегда уже за пределами. Это путь сутры. Су – реальность и тра – движение. Реальность движется сама по себе.
И просто настроившись на движение, вы самореализуетесь. Есть прогрессивный путь. Тантра. То есть тан и тра. Тан – это тело. Тра – движение. Это истина вашего личного тела. Через ваше личное тело, вашу личную сущность, вы меняете. Если вы делаете вдох-выдох, сжимаете руку, разжимаете руку, это ваше личное движение, то вы создаете внутри себя трансформацию. Когда вы движете своим телом, движете свое дыхание, и движение вашего тела и ума – это тантра, прогрессивный путь. И в этой Крии будет использована мантра, которая подходит для пути сутры и для пути тантры, прогрессивных и прямых путей. Акал олицетворяет путь сутры. Маха-акал – путь тантры. Давайте теперь поймем смысл акала и маха-акала. Есть очень простой способ это все пояснить. Когда вы открыли глаза, это кал. Акал – из двух слов. То есть кал – кал как время. А? Когда вы открыли глаза, вы очутились в мире времени и пространства. Время, пространство. А Махакал – это когда вы закрыли глаза и погрузились в тьму за закрытыми веками. То есть вы закрыли левый глаз. Время, правый глаз, пространство, и вы очутились в темноте. И перед вами возникает абсолютное ничто, то есть Маха-акал. Глаза открыты, акал, кал. Время, пространство. Глаза закрыты, и непроглядная тьма перед глазами, олицетворение первородного, темного пространства, что было до всего мироздания. Вот все скрыто за глазами. И как только вы закрепите себя в этой первозданной тьме, в этом первозданном тихом пространстве, до любого мироздания, до любых слов, это акал. And eyes closed, looking behind the closed eyelids, in the words of Rumi, he says, behind the darkness of my closed eyelids, I saw my beloved. За тьмой закрытых глаз я видел вас, любимого. Так что, когда вы начнете смотреть закрытыми глазами в эту тьму, вы увидите своего возлюбленного, источник всего мироздания. И мои друзья, Акал, Махакал. Акал, Махакал. Also means Ма-ха-ка-ла. Ма means reality. Махакал тоже три слова. Мах, means to swallow. Мах – реальность, ха – проглатывать, ка – л. So, Махакал – время, л – пространство. Маха-акал – тот, кто проглатывает время и пространство и дает вам опыт акала. Акал – пространство без пространства, время без времени, где вы обнаружите истинное Я. Друзья, вот эта крия поможет вам в ежедневной жизни. Она поможет выйти за негативность. Она поможет вам удалить паттерны, которые вы несете себе без всякой причины уже. Вам время бросить их. Мои друзья, мы будем стоять
And before на we ногах. Stand, I want you to bring your hands Но прежде the чем мы встанем на ноги, соедините руки на центре груди. Глаза закрыты. И давайте настроимся. Сонг намо, грудок намо. Спина прямая. Spine straight, eyes closed. Закройте Let глаза. The breath come. Let Пусть дыхание входит, дыхание выходит. Let the breath come. Дыхание входит, Let the breath go. Дыхание выходит. Spine straight. Выпрямляйте позвоночник и давайте настроимся сонг намо, гурудев намо. Вдохните, задержите дыхание. Выдох. Еще раз вдох. Держите дыхание. С мулабандхом. Пупок в себя вверх. Поднимите грудную клетку. Закатите язык. Закатите глаза, сжимайте, сжимайте себя в позвоночник. И осознайте, что задержка дыхания – это вдохнуть дыхание. Выдох. Еще один раз мощный вдох. Мулабандх, пупок себя вверх. Закатите язык, закатите глаза, смотрите вверх и сжимаете себя в позвоночник. И вводить теперь пространство медитации. Давайте создадим сакральное пространство. Начнем делать дыхание огня через нос.
Вдох. Без задержки. Сжимайте все свое тело. Сожмите себя от головы до пяток. Держите задержку. Выдох. Еще раз мощно вдохните через нос. Задержите дыхание и сжимайте все тело. От головы до пяток, чтобы каждая клетка ощутила сжатие. Пробудите все тело вниманием. Выдох. Еще раз. Глубокий вдох. Держите все замки. Выдох. Очень медленно. Откройте глаза и вставайте на ноги. My friends, take your right hand, Jupiter finger. Правая рука, палец Юпитера. Рядом с телом. Grab it with your left hand. И теперь берем, обхватываем его левой рукой. The thumb of the left hand presses the tip of the Jupiter finger. I repeat. Большой палец левой руки давит на указательный палец. Еще раз. Правая рука, указательный палец вверх, уровень сердца. Левая рука обхватывает указательный Юпитер. А большой палец левой руки давит на кончик указательного. Вы держите прямо перед собой позу. Это Махакал Мудра. Правая рука – Акал, единство, а левая – Маха, Акал. Акал, Махакал стали едиными. Левая рука давит на Юпитер, палец Юпитера. Держим эту мудру. И мы начнем с того, что поднимем правую ногу наверх. Правая нога оторвана от пола, нога дхармы. Вы стоите на левой стопе. Посмотрите сбоку. Спина прямая. Не закрывайте глаз. Глаза открыты. И направьте свое внимание в точку перед собой, на полу, на стене перед собой. Замкните глаза в одну точку. Ваш правый и левый глаз в одной точке. Не двигайте глазами. Держите мудру. Спина прямая, тело расслаблено. И в этом положении будем петь мантру Акал Махакал. Акал Махакал. Держите эту позу. Первые 5 минут мы будем стоять на левой ноге. Когда пройдет 5 минут, я вам скажу, что делать. Вам надо будет опустить правую ногу. На пару секунд вы ощутите, что поменялось. И затем вы поднимете левую ногу наверх, так же, как и раньше. Стоим теперь на стопе дхармы, а карма поднята вверх. И мы поем Акал Махакал 5 минут. Левая сторона – это Шакти, правая сторона – это Шива. Две полярности – тянуть и тащить, тянуть, толкать. Часто мы не стоим на стопах. Большинство из вас всегда стоит сильнее на одной из ног.
не сонастроили левые и правые ноги. Дхарма не сонастроилась из-за окружения неправильного образа жизни, и меридианы левой стороны Шакти и меридианы правой стороны Шива стороны, эти полярности Солнца и Луна внутри тела не сбалансированы. И когда Солнце и Луна выходят из баланса, тогда вы больше не в сонастройке с Солнцем и Луной снаружи. Это соединение Ра и Ма внутри вас. Ра и Ма — Вселенная. Это Вселенная Рамы, жизни внутри. И когда происходит единство, мы получаем Эк-Онкар. Ну что, начнем путешествие. Поднимаю сначала правую ногу. Примите мудру, глаза открыты. И найдите одну точку. И не двигайте глазами. И все тело балансируется за счет взгляда. Не давайте глазам двигаться. Движение глаз – движение тела. Как только глаза остановлены, тело остановится. И когда тело остановится, то Вселенная замирает. Друзья, будем петь мантру «Акал Махакал» под запись. Сейчас выключу перевод, чтобы было хорошо слышно. Если у кого-то не слышно, вам надо включить оригинальный звук в настройках перевода. Ваша одна из ног начнет гореть скоро. Это значит, меридианы начинают открываться. И значит, позвоночник, спина, мышцы начнут выстраиваться внутри тела. Хорошо, друзья. Вдох. Задержка. Начинаем петь. Balance.
И теперь вдох, задержка. Держите позу. Чувствуйте жар в ноге, которая на полу. Как меридианы активируются в теле, чувствуйте жар, огонь в теле. Держите позу, выдох. Еще раз, глубокий вдох. Задержите дыхание. Глаза открыты. Концентрируйтесь. Выдох. Последний раз вдох. Задержите дыхание. Держите его. Just hold the breath. Hold the breath and try to remain as still as possible. И попробуйте сохранять неподвижность. Выдох. Very slowly bring the foot down. Медленно опустите стопу вниз. Release the posture and just stand still, eyes closed. Отпустите руки, станьте неподвижны. Закройте глаза и ощутите, что поменялось. Что-то уже поменялось. Трансформировалось, расцвело. Just become aware of all the sensations that осознайте все ощущения, которые возникли. Become aware наблюдайте of the sacred space that has been born за сакральным пространством, которое родилось через это движение, через крию. Be present in this body, присутствуйте сейчас в этом теле, and now. Здесь и сейчас. Сакральное пространство, тишина, которые пришли, это олицетворение Акалы. Еще пару секунд. Теперь через нос вдох. Задержка. Сожмите, напрягите все тело. С мулабандхом. Выдох. One more time, inhale. Еще раз вдох. And hold, squeeze and tense. Задержите the whole body. Дыхание, сжимайте, напрягайте тело. And exhale. Выдох. Last time, inhale. Последний раз вдох. Hold, squeeze and tense the whole body. Сжимайте тело, напрягайте его. And exhale. Выдох. My friends, very slowly open your eyes. Очень медленно, друзья, откройте and глаза. Once again, come back to the same mudra. The right, та же самая мудра. Палец правой руки. Обхватываем левой рукой. Pressing onto the tip of the Jupiter finger. Не выдавите на кончик указательного пальца. И встаете на противоположную ногу. Глаза открыты. Найдите одну точку, сфокусируйтесь. На полу, либо на стене. Глаза полностью открыты. И пойте мантру.
Сделайте вдох, задержку. Держите задержку. Держите баланс. Выдох. Еще раз вдох. Задержите дыхание. И покуда глаза не двигаются, тело тоже будет не двигаться. Выдох. Последний раз вдох. Задержка. Задержка. And exhale. Выдох. Bring the foot down and just очень медленно опустите ногу вниз. Встаньте неподвижно, закройте глаза. And become aware of the whole transformation, the opening и ощутите всю трансформацию, как открываются меридианы, как активируются подошвы стоп, чтобы соединить вас с землей. We have initiated this kriya by working from down. Мы работали сегодня не от головы в тело, а от тела снизу вверх. Осознайте все ощущения, которые вы сейчас родили. Будьте внутри тела. Будьте внутри себя. Будьте в этом моменте. Become aware of all the sensations. Осознайте все ощущения. The space created by пространство, которое вы создали этой крией, more important than the kriya. Это гораздо более важно, чем сама крия. You missed the kriya. Если вы не уделите времени пространству после, крия была бесполезна. My friends, through the nose, inhale. Друзья, через нос вдох. Hold. Задержка. Hold. Задержка. И сожмите, напрягите все тело. Руки в сжатых кулаках. Выдох. Еще раз вдох. Сжимайте все свое тело. And exhale. Выдох. Inhale. Последний раз вдох. Hold, squeeze and tense the whole. Задержите дыхание, держите задержку. And exhale. И выдох. Open your eyes and come. Очень медленно откройте глаза и сядьте в простую позу. Пять минут на левой стопе, 5 минут на правой стопе. Once having completed that, bring your hands. Когда вы завершили, положите руки в Будда Мудру. Eyes close. Закройте глаза. И осознайте пустое пространство над головой. Осознайте пустое пространство над головой. I will say, become aware of the empty space that exists from the tip of your skull. Осознайте пространство от вашей макушки до крыши, до потолка. Become aware of the empty space that exists from your skull to the roof of your room. Just hold the awareness of this dimension which exists beyond the body and the mind. For 3 minutes, осознайте пустое пространство. И 3 минуты будем сидеть listening to this mantra, с этой мудрой и слушать эту мантру. Become aware of the empty space. Think nothing, do nothing, just sit. Не надо ничего делать, не о чем думать, а сидеть и чувствовать присутствие пустого пространства над головой. Thank you.
Вдох задержка, мулабанг. Navel in and up. Lift your rib cage. Lift your heart. Roll the tongue. Roll the eye. And become aware of your spine. Hold the sacred breath. And hold yourself in your spine. Squeeze and tense the spine. And through the nose, exhale. One more time, inhale. Hold, mulabandh, navel in and up. Вдох, задержка, мулабандх, пупок себя вверх, грудная клетка вверх. Heart, сердце вверх. Roll the tongue. Закатите язык, закатите глаза и осознайте свой позвоночник. Держите паван гуру внутри. И выдох. Последний раз вдох и то же самое. And squeeze and tense yourself in the spine. Hold, hold, and exhale. Hands in the center of the chest. Руки на центре груди. Три долгих саднам. Кланяюсь перед всеми теми, кто шел по пути Дхармы. Кланяюсь перед всеми теми, кто идет по пути Дхармы. И кланяюсь перед всеми теми, кто пойдет в какой-то из жизней по пути Дхармы. Сат-нам. Всем благословений. Это конец нашего класса садхана. Начинайте эту практику с одной минуты дыхания огня. Потом встаете на две ноги, 5 минут на одну ногу, 5 минут на другую ногу. И садитесь в простую позу, и осознаете пустое пространство, которое есть между черепом и потолком. Друзья, это крия поддержит вас в этом году. Вы можете практиковать ее весь год. Эта крия поменяет, трансформирует вас на всех уровнях бытия. До здоровья, потому что меридианы откроются, и прана начнет двигаться. И 72 тысячи нади в теле начнут вибрировать через паван и прану. И когда 72 тысячи нади вибрируют с паваном, вибрируют прану, создается внутри наад, наад, идущий из ада, исходного Я. Для меня честь была посидеть сегодня с вами и поделиться с вами этой техникой древней, которая пригодится нам сегодня в эти времена. Техника из традиции Ваджраяны, с японской земли. Практикуйте это 40 дней, если год для вас слишком много, и сами ощутите пользу этой практики. А если вы едете со мной в Индию, то это ваша подготовка,
чтобы отправиться в Гималайские горы. Пусть Гуру Рамдас благословит вас каждого счастьем, здоровьем, процветанием и высшим даром, даром Шабда Нам. Благословение. Благодарю всю команду, кто создал это пространство. On our official Yogi Amandeep Singh YouTube channel, and in about a week and a half, it will be available on Spotify and other digital platforms. В общем, посмотрите еще раз ссылку в чате. Всем благословений.